Друзья, сегодня ведущий Радио Energy Богдан Кантемиров, ведущий хит-парада «Горячая тридцатка», оказался на самой настоящей съемочной площадке настоящего фильма. Называется он «Свадьба по обмену». Собственно, то, что происходит за моей спиной, это подготовка к фильму. И я постараюсь максимально опросить всех здесь присутствующих, что они делают и чем они занимаются. Но все-таки интересно, как же делается кино и из чего же оно состоит. Оставайтесь. Слушает мир, слушаешь ты. Радио Energy 104.2 FM. Ребята, вы не поверите, в этом во всем съемочном хаосе у меня получилось застать режиссера этого фильма. Сейчас я ему задам пару вопросов. Может быть, получится так, что мне удастся сыграть какую-нибудь, хотя бы маленькую роль в этом фильме. Сейчас узнаем. Скучно. Скучно, ребята. Уже ночь на дворе. Уже все пошли спать давно уже. Очень много креатива мы придумывали по ходу, особенно такого, который заранее нарисовали. Написали, то есть отступления от сценария никакого не было. Это очень дорого отступать от сценария. Как бы, понимаете, нельзя же сказать, а давайте камеру развернем. Например, вот эксперимент, вот разворачиваем камеру, да? Разворачиваем. А видите, а здесь какое дерьмо везде. Получается, что как бы эксперимент не удался. Удался только то, что я стоял под светом, и вы типа подошли. Хочется мне попасть в кино. Получится у меня это сегодня? Если в этой майке, то да. Спасибо. По идее, то, что происходит за моей спиной, это как раз и есть вот этот вот съемочный момент, из-за которого все эти люди, которые работают здесь на площадке, собрались. Здание не казалось бы таким красивым в фильме, если бы не специальные люди, которые украшают кадр, дополняют еще эту кирпичную стену какими-то своими штуками. С одним из таких людей мы сейчас с вами поговорим. А кофе у вас просто, чтобы согреться? Это просто чай. Чтобы не спать. Это чтобы пить. Это похоже на чефир. Заварился крепко, значит, черный, хороший чай. Поняли, ребят, что пьют настоящие мувимейкеры на съемочных площадках? Чиферок, чиферок. Чиферим, да, втихаря тут. Ребята, вот что значит оказаться в нужном месте, в нужное время. Мне дали роль в этом фильме, и сейчас меня там будут гримировать. Посмотрим, как это будет выглядеть. При помощи вот таких вот людей с волшебными руками обычные вроде бы люди становятся кинозвездами. Ну, как я. Друзья, когда обычно говорили, что топ снято и все радовались, я думал, что это так фантазия и это не по-настоящему. Сегодня я понял, что это по-настоящему. Как только сказали «стоп, снято», мы все испытали, ну, кайф, стопудово. Вот такой вот фильм оказался, вот так вот он снимался. Здесь был Богдан Кантемиров, Радио Energy. Слушает мир, слушаешь ты. Радио Energy, 104.2 FM.